креста, и самки наши быстры, и наши люди мужества полны. В строю стоят советские танкисты, своей великой родины сны. Заняла около 3 лет, но при этом еще больше времени потребовалось на подготовку к реставрации, потому что было нужно соблюсти именно все технические моменты, то есть чтобы он выглядел не копией, а именно был максимально приближен к оригиналу. Известно, что этот танк принимал участие в хасанских событиях, и на сегодняшний день в мире таких танков сохранилось не более 5. Уже сейчас эксперты оценивают, что наш танк восстановлен наиболее близко к оригиналу.